В нашем регионе идет разработка концепции педагогических классов, которые предполагается открыть в каждом муниципалитете. Новый проект поможет школам Ямала качественно улучшить систему подготовки профессиональных кадров. С 1 сентября 2021 года планируется организовать не менее одного профильного педагогического класса для старшеклассников. Курировать работу будет Департамент образования округа совместно с региональным институтом развития образования. Для помощи и методической поддержки в создании учебной программы профильных классов будут привлечены ведущие педагогические вузы страны. Социальными партнерами педклассов могут стать также и ямальские колледжи, которые готовят студентов по педагогическому профилю. В учебном плане помимо основных предметов у будущих учителей будут предусмотрены элективные курсы. Основы педагогики и психологии, введение в профессию, философия образования, коммуникация, выполнение индивидуального проекта будут организованы профессиональные пробы, практика в школе и детских садах. Сейчас в 5 муниципалитетах автономного округа уже действует 7 педагогических классов. В них обучается около 100 ребят. Напомним, на Ямале по инициативе главы региона Дмитрия Артюхова введена дополнительная мера поддержки для студентов, будущих педагогов, врачей и других специалистов социальной сферы. Увеличено количество получателей губернаторской стипендии на 50 человек. По итогам летней сессии 2021 года ежемесячное пособие в 10 тысяч рублей смогут получать студенты, сдавшие сессию на хорошо и отлично, имеющие научные достижения и окончившие школу с медалью.